Ходил с мамой в магазин. True story, брат, пиздец, бля. Такая хуйня, короче. Бля, Лейс. А, не-не-не, не сейчас, не сейчас, тихо-тихо. Мы 31 час ехали на трамвай. Я долбоёб вообще. Целый гонорар садил на то, чтобы купить одну пачку Лейс такс. Вкусный Лейс, 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 Лейс. Бля, Лейс, вот ты вкусный. Продавщица говорит, ты кукурузный. Ну да, да, да. Она 9 месяцев сидит на кассе. Постой, бля, Лейс, вот ты вкусный. Ну да, я вкусный. Моя сука говорит, я очень грустный. А, нет. Она 9 Скай. Месяцев сидит на кассе. Если вкусно, ей прибавляют массу. Ну да, да, окей. Да. Я тут принял, то, что я желаю. Мама это знает, но не покупает. Старый читов, по тебе скучаю. Лейс, это то, что я обожаю. Пачку открываю, этот вкус я знаю. Запах я вдыхаю, о да, о да. Кофе ощущаю, лучше выбираю. Лучшая картошка, это то, что я люблю. Я когда чипсы с беконом, я шучу. Я люблю, когда с луком, я-я. Чипсы Лейс уже на языке твоей подруги, эй. Она жрет их прямо со хрустящим звуком. Окей, бля, Лейс, вот ты вкусный. Продавщица говорит, ты кукурузный. Ну да, да, да. Она 9 месяцев сидит на кассе. Чипсы вкусные, прибавляют массу. Постой, бля, Лейс, вот ты вкусный. Ну да, я вкусный. Моя сука говорит, я очень грустный. О, нет. Она 9 месяцев сидит на кассе. Прям чипсы вкусные, и прибавляют.